Ну вот, теперь я счастливый отец-одиночка. Кушать, кушать. Несу, несу. Вот свежие фрукты. Не хочу фрукты. Витамины отстой. Ребята, это очень полезно. Вот это полезно. Хочу сладости, хочу и буду. Иди сюда, вкусняшка. Другое дело, ага. Еще фри и наггетсы. А? Что? Вам нельзя это есть. Это нечестно. Как же мне их заставить есть? О, есть идея. Детей легко обмануть. Очищаем яблоко. И делаем из него картошку фри. Какой я коварный и заботливый. Да. О, картошка фри. Совсем другое дело, Томас. Это лучшая картошка фри на всем побережье. Отдай, я еще не поиграла. Это моя игрушка. А вот и нет. О, нет, они снова ссорятся. Ребята, перестаньте, вот еще есть игрушки. Это мусор, хочу хаги-ваги. Это невыносимо. О, а если что? Сделаю еще одного хаги, и у каждого будет свой. Я лучший в мире приемный отец. Интересно, есть такая премия? Надо предложить в Нобелевский комитет. Вот так и готово. О, как мило вы играете вместе. Маме, смотри, что я сделал. Вау, класс, класс. Дай пять. А у кого сегодня день рождения? Я вам подарки принес. О, нет, я из-за тебя проиграл. Давай уже сюда этот мусор. Ланчбоксы. Цвет отстой. Согласна. Небольшой акт вандализма не помешает. Да. Вау. Как насчет стикеров? Отличная идея. Давай. Вау, круто. О, класс. Я рад, что вам понравились подарки. Мы обязаны победить в этом конкурсе. А, у соперников вообще нет шансов. Фу, какие уродливые у них семьи. О, Так, все как репетировал. Ага. Привет, маме, это тебе. Чего? Вот наглец. Я ему преподам урок. Ой, как неожиданно приятно. Интересно, какой он на вкус. Что? Привет, красавчик. Видела, как я этого лузера. Ой, что это? О, пойдешь со мной на выпускной бал? О, я согласна. Прикольный трек. Этот танец я выучила из ТикТока. Ого, это что за лучик света в царстве тьмы? Привет, папи. Это я, лови поцелуй. Я иду к тебе, любимая. Потанцуем? Эй, давай. Ого, так быстро. Ну ладно, а ты настойчивый. Что? Что за музыка? Это же наш особенный вечер. Я сейчас разберусь. Ага, диджей, отдохни. О, это же наша песня. Да, детка, все для тебя. Я люблю тебя. И я тебя. Ужасный день. Я случайно сжег всю кухню в ресторане. О, эй, Том, приготовь ужин. Пожалуйста, я так голоден. Ну, пожалуйста. Нет, с сегодняшнего дня у меня начинается отпуск. Какой еще отпуск? А вот такой, дорогуша. О, нет, не бросай нас. Простите, билет куплен. Это не обсуждается. И не пытайтесь меня отговорить, нет? Нет, постой. О, какая трагедия. Подожди, у меня есть одна мысль. Вот и наш ужин. Вау, ананас. Обожаю твои длинные руки. Пора сменить прическу. О, вау, это мне нравится. Ха, прикольно. Дорогой, ничего не замечаешь? А, да оторвись от этой игры. Смотри на меня. О, сейчас, секунду. Брови? Вот тебе подсказка. У тебя есть голова? Да нет же, смотри внимательней. Так. Ничего не понимаю. О, точно, сделаю фото, не двигайся. Вот так. Приближаем максимально. Ого, ты теперь шарпей. Ха-ха-ха. Дай посмотреть. Что там? О, нет, морщины. Ну ты болван, папи. Дорогая, прости, дурацкая была шутка. Мне очень стыдно, прости меня. Нет, это было унизительно. Твои любимые цветы. Не хочу. Колье, о котором ты мечтала, и еще цветы. Все, что хочешь, только прости. Нет, ничего не хочу. А, больно.
О, и я знаю, что тебя успокоит. Мои длинные руки сейчас это принесут. Так, 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 было где-то здесь. Ага. Немного фруктов не помешает. Ага. Ха-ха. Есть. Готово. Та-да. Дорогая. Так. Есть. Та. Ра-ра-ра-ра. Дорогая, это тебе. Не может быть. О, тот самый судочек. Прости меня. Конечно, прощаю. Это что за чудо техники такое? Ребята, с днем рождения. О, Томас, ты вернулся. А? Какая странная шоколадка. А? Это новый ланчбокс для ваших таблеток. Оформим их. Пренепременно. С плохим зрением это не так уж и просто. Я хочу спать. Мы уже не те. Эх. Клеим стикеры? А, конечно, как в старые добрые. Ха-ха, да. Насыпь мне таблеток, милый. Ага, вот так. Дорогая, это тебе. О, как мило. Как вкусно. А это что? Что? О, нет, я обронил свое кольцо. Да, дорогая, я долго ждал, и вот. Я даже с кухни все услышал. Поздравляю вас. Подходите к алтарю, молодожены. Смелее, не бойтесь. Привет, любимая. Муа. Я выхожу за старика. Не поспешила ли я? Ладно уже. Давайте быстрее. У меня сегодня еще гольф запланирован. О. Идем, идем. Ничего не вижу. Ты кто? Это что? Не понимаю, где я? Что? А, понял. А, выбирай очки, Паппи. Вот эти должны подойти. Хоть я права и не в моем стиле. Ого, да, сейчас, сейчас. Стыкуемся. Ха-ха-ха. Да. О, я такая счастливая. О. Мами, ты согласна? Маме! Маме! Где ее слуховой аппарат? О, вот же он. Маме, ты согласна? Я? Да, конечно. Надень жениху обручальное кольцо. О, кольцо, прикольно. Поздравляю вас, можете поцеловаться. Ну, держись, красотка. Эх, я так скучаю по ним. А, хватит плакать, Томас, нужно работать. О, костюм Паппи, примерю-ка. Ха, а мне идет. Аккуратно. Я хочу пить, а никак не дотянусь. Может, поможешь? Ты справишься. Ау, что? Дай мне Пепси. Хорошо, держи. Но у тебя в имени есть слово «Long Legs». Не умничай, а дай мне пульт. Да, конечно. О, я придумал. А. Я доставлю тебе его дроном. Ха, полетели. Ого, прикольно. Спасибо. Я это сам придумал. Ага, молодец. О, чипсики с беконом. А, дорогой Паппи. Ну, ладненько. Я сама... Иди к мамочке, вкусняшка. О, да. Что-то обед задерживают. Что делать? О, точно, кнопка вызова. Чего? Что это было? О, кушать хочется. О, в холодильнике точно что-то должно быть. А чем бы подкрепиться, а? Давай, давай, вот это отлично. Странный у меня аппетит. О, я тоже хочу. Что ты делаешь, милая? Я не знаю, я просто хочу это съесть. Да. Вкуснятина. Не, я не буду, спасибо. Ну дает, а? О, наконец-то, еле донесло. Что это? Покупки. Я разберусь. О! Может, тебе помочь? А? Все под контролем. Я же сказал, я сам. Я просто не размялся. Я так...
Ох! Да! Да уж, жалкое зрелище. Дорогой, давай я все-таки помогу. Может, это из-за гантели, а? Вряд ли. Понятно. Слабак. Ждем хорошей новости. Ну, давайте посмотрим. Щекотно. Мне точно нельзя. Нет, я сейчас распечатаю результат УЗИ. А что происходит? Аппарат сломался. У меня такое в первый раз. О, похоже, это ваш ребенок. Ага. О, я такого и хотела. Красавица, как моя жена. В целом, ребенок здоров и развивается нормально. Да, я сейчас вернусь. Ой, моя девочка. Да, я горжусь нашей дочкой. Дорогая, у меня для тебя подарок. Твой любимый Хаги-Ваги. О, как мило, спасибо. А мне не нравится. Дорогая, что-то не так? Я не знаю. Какой смешной Хаги Ути-Пути. Ты в порядке? Кто? Я? В порядке? Нет, я такая несчастная. Может, ожерелье? О, а ты умеешь угодить женщине? Красота! О! Точно? Тебе нравится? Не знаю. Да и подумайте. Давай поиграем, мамочка. Я рад, что тебе нравится. О, уже не нравится? О, нет! Снова! Я не понимаю! Надо загуглить, что делать в таких ситуациях. О, прикольная кнопочка. Ага. Дорогой, я так тебя люблю. Телефон, точно. Держи. Отлично. Могу спокойно отдохнуть и поиграть. Класс. Да, круто! Я выхожу на главного босса! О, да! Сегодня мой день! Ах ты, год! Я тебя... дорогая, не мешай! Я тебе мешаю? О, что-то мне нехорошо! Я так устала, а еще уборку нужно закончить! Что? Тебе плохо, милая? Оставь уборку мне, отдыхай. С удовольствием. Можно потише. Да, прости, осталось совсем немного. Да, тут вот и здесь. Фу, я закончил. Отлично, но я тут случайно накрошила чуть-чуть. Что? Где? Ты справишься, милый, я в тебя верю. Гардероб давно пора обновить, но все нет времени этим заняться. О, моя любимая кофта. Ой, как-то тесновато. О, нет. Я стала такой огромной из-за беременности. Моя любимая кофта порвалась. Ты слышишь? Что? Окей, я разберусь. Не переживай. Когда мы познакомились, она была еще толще. Я шил ей одежду, потому что таких размеров не существует. Так и овладел искусством кройки и шитья. Ха-ха. Мне всегда нравились крупные женщины. Я привык брать от жизни максимум. Уже? Да, твоя любимая кофта. О, ты шил для меня, как в старые добрые времена. Тогда перешей мне и остальную одежду. О, нет! Ого. Ну, пожалуйста. Дорогой, смотри, что у меня. О, ты родила! Наконец-то это закончилось! Я думал, с ума сойду. Ты была просто невыносима. Я не родила. Ты слепой? Это Бэби Борн. Ой, прости, как неудобно вышло. Так что ты там говорил, невыносимо, а? Забудем, давай поменяем памперс малышу. Давай, ты этим и займешься. Справедливо. Под моим контролем. Держи защитные очки. Есть. Фу. О, какой ужас. Я вытру пот. Спасибо. Новый памперс. О, ты почти закончил. Давай быстрее. Я укутаю малыша. О. Я справился на отлично. Смотри.
Хорошо, но почему памперс на голове? Покормлю я лучше сама. Ага. А что не так? О, а я ее искала. Ой, не могу достать. Что-то мешает. Папе, мне живот мешает. Можешь помочь? Не сейчас, пожалуйста. Ах, так? Ну хорошо, попробуй походить с животом. Чего? Приклеим его к тебе скотчем. Вообще не сложно. Нормально все. Видишь? Правда? Ничего не мешает? Но я пойду. Иди! Иди! Вообще не понимаю, чего она жалуется. Какой вкусный какао. Тебе что, весело? Да, я играю. Ну хорошо, ты же знаешь, я не люблю, когда тебе весело. Буду с тобой играть и запарю тебе миссию. Эх, вот и у меня там кола была. Дышите, дышите. Мы дышим. Отлично, держите темп. Папи, ты мне мешаешь. Хорошо, я просто переживаю. Мне больно. Дышите. Я дышу. Хорошо, продолжайте. Да, ага. Ого, у вас такой же, как у меня, размер ноги. О, тут еще ребенок. Это ваш? А? Да, все закончилось. Ого, так быстро растут дети. Здрасте, помните, по видеосвязи созванивались? Привет, доченька. Какая красотка. Ну, пойдем домой. А, я же так хочу малыша. Но есть кое-что лучше. Такс, это вот сюда и вуаля. Пропажу подушки, в отличие от ребенка, никто не заметит. Мой маленький смайлик. О, не так быстро! Я еще не готова! О, вспомни все, чему тебя учили! Кричи, дыши, тушься! О, мой малыш! Нет, это совершенно не то. Хотя кое-что я придумала. Сперва нужна визуализация. Так, нужно, чтобы цвета гармонично смотрелись. Модный чубчик. Так, а еще пару деталей. Схема готова. Пора переходить к созданию моего чуда. Сперва руки, это у меня на месте. Это будут хендмейд руки. А вот и материал. Маловато для рук. Растягивайся. А с кофточками получается. Но ничего, я знаю, как все решить. На кухне я всемогущая. Раскатаем эти лоскутки. Yes! Да тут на целую скатерть хватит. Так, ножом для пиццы будет очень удобно. Остынь, дружок. Так, что дальше? Формочка для выпекания в форме руки поможет приготовить не только печенье. Вырезаем по краям. Ладошки готовы. Наполню-ка я их ватой. Сворачиваем ручки, как суши, и вот руки готовы. Привет, левый, привет, правый. Давай пять. Ножки тоже готовы. Из чего сделать туловище? Кажется, ответ у меня под носом. Или не носом. Из пуфа получится прекрасное тело. Мне говорили, что дети – это тяжело, но не настолько же. Так, малыш, нужно искупаться. Ну а теперь залазь, быстренько. Да что ж такое? Я знаю, что ты не хочешь, но так всем будет лучше. Да залазь ты уже. Бросок сумо, ну, наконец-то. Полотенце тоже пригодится. Ставим сворачивающий режим и пуск. Интересно, каким получится мой малыш? О, сейчас посмотрим. Получилось просто замечательно. Надуваю. Так, завязываю, ставлю в подстаканник и заливаю клеем. Мне для своего малыша не жалко и двух банок клея. Со всех сторон облила, отлично. Сделаю папье-маше, скажу, что он из Франции. Так, красим в цвет тела. Вот так, отлично. Голова на месте. О, такой милый, так хочется взглянуть в твои глазки. Где же они? О, кажется, я нашла одни для тебя. Хаги-ваги родители, как поступили бы вы? Ну, а я поступлю вот так. Вы уже насмотрелись на своего малыша? Давайте-ка теперь мой малыш посмотрит. О, теперь у тебя мои глаза. И первый зуб прорезался. Будешь как мама доктором. Нет. Давай строителем.
или пиратом, или байкером. А, все не то. Решено. Старые образы на свалку. Мамочка сделает из тебя самого модного малыша в городе. Какой же цвет тебе подходит? Это прошлый год. Это сильно ярко? Вот же, цвет как на рисунке. Он то, что надо. Прости, пипедастер, обойдешься без синего. Ясно тебе. Вот такой чудесный чубчик, как мы и хотели. Мы будем с тобой самые популярные в Инстаграме. Малыш. Мамочка, привет. Привет, мой маленький. Я так давно мечтала о тебе. Ты, наверное, проголодался? Хочешь кушать? Ага. Тогда идем скорее на кухню. Подожди секундочку, я все принесу. Столик, чтобы тебе было удобней. И, конечно же, хлопья с молоком. Но необычный. Тут еще плавает Скитлз. Давай, кушай, малыш. Нет, там Скитлз. Малыш, ну почему ты такой непоседа? Давай приготовим что-то другое. Ну не знаю, что такие детки кушают, если не хлопья. Обожаю тряпичное манго. Очень вкусно. Еще и фрукт. О, я поняла. Как насчет? Веревки спагетти. Вот, прошу, как в лучших ресторанах. Веревка чини. И чтобы было вкуснее, по своему семейному рецепту я напеку тебе маленькие фрикадельки из воздушного пластилина и капельки любви. Вместо пармезана будут блестки для пущего гламура. И какие макароны без ложки? Мамочка, вкусно просто пальчики оближешь. О, малыш, ты первый, кому понравилась моя стряпня. Время научить тебя самому важному – это пугать других. Смотришь на него и так… За что мне это? Понял, малыш? Ты не знаешь, с кем связалась мама. Я злобный старый дух. Малыш, это ты? Да, маме, я здесь. Ты здорово напугалась. Да, малыш, не то слово. Да, ловко мы тебя уделали. Я так люблю пазлы. Я ведь и тебя как пазл собрала. Ой, последний кусочек. Не переживай, мам, я все достану. Кажется, я застрял. Мамочка, помоги. Не бойся, растяну-ка я руки. Давай же, малыш, еще чуть-чуть. Ну и пыльно же под столом. А я достал пазл. А еще ты очень запачкался. Идем искупаемся. Эй, а тут прикольно пахнет. Мама, а что это? Так есть идея. Мы сейчас покатаемся. Для безопасности закрываем шлюз. Ставлю на самый веселый режим. Так, и пуск. Мамочка, я высох. Обещаю больше не капать на твой любимый журнал. Действительно высох. Теперь можно собрать тебя обратно. Это проще простого. Ух ты, мам, я Человек-паук. Ненадолго. Ура, я больше не Человек-паук. Сегодня очень необычный день. Мой малыш празднует свой день. В кругу друзей мы торт несем, чтобы свечечку задуть. Загадай желание, ты можешь стать как этот ребеночек. Хорошо. Что? Что со мной? Я загадал, чтобы ты тоже стала куклой. Где я, там и праздник. А где остальные? Эй, я здесь. Что? Я здесь, Дэнди. Я тебе сейчас все расскажу. Мой малыш загадал желание, и теперь я такая. Ура, мы все куклы. Куклы правят миром. Вот сорванец. Постойте, одно желание в год? Маме, у меня есть план. Просто супер. Оставим все плохое в прошлом году, а в новом году задуем свечу и загадаем новое желание. О, еще одна. Загадай что-то хорошее. Пожалуйста, пожалуйста. Хочу. О, да. Я идеален. О, да, он идеален. Он само совершенство. Я таю, словно шоколад в руках ребенка. Хотела бы я быть его рубашкой, чтобы обнимать его мышцы. Земля уходит из-под ног. Не могу думать ни о чем, кроме его улыбки. Вау, это что за чудо неземное? Иди ко мне, моя прелесть. Ой! Лузерша, видали, как она грохнулась? О нет, я снова опозорилась. Как все исправить?
А если мой краш влюблен в маме, то я стану ею, чего бы мне это ни стоило. Начнем с зубов. Они у меня есть, это хорошо. Но они буквально кричат: «Почисть нас!» Теперь моя улыбка сияет. Не ослепните. Первый пункт выполнен. Нужно собрать портфель в колледж. Вот так. Это первый день моей новой жизни. Упс. Даже портфель пытается от меня сбежать. Он отгрыз себе лямку. Ну и ладно, не хочешь, не надо. Куплю себе новый рюкзак. О, кто-то пришел. Это курьер. Вау, спасибо. Ребята, вы лучшие. Идеальный рюкзак. Пора вернуться к плану и заняться макияжем. Красить губы – это как разукрашка. Ничего не получается. Что там в модных журналах? Вот так же хочу. О, вот туториал. Пора научиться быть красивой. Мне нужны губы, которые папе захочет поцеловать, а не ударить. Так что это лучше стереть. Вот эти вроде ничего. Потренируюсь на руке. Получается здорово. Да. Привет, красотка. Ой, перестань. Я люблю тебя. Ты такой настойчивый. Вау, супер. Я красотка. О, называйте теперь меня «Мами руки-пинцеты». Вау, не ресницы, а крылья бабочки. Фэ, а это что, прыщи? А как я раньше их не замечала? Попробуй их закрасить. Пора играть по-крупному. О, да, вот так. Это словно стены штукатурить. Очень прыщавые стены. Да. Еще чуть-чуть. Ой, сейчас чихну. Опчи! Ой, это что такое идеально гладкое? Это же мое лицо. Класс. Еще один пункт плана выполнен. Я так волнуюсь. Ну где же он? О, папе, привет. Привет. О, маме, мой идеал. Эй, а где еще одно сердечко? Оно же было здесь. О, папе, может, мое сердечко подойдет? Не потеряй его и не сломай. О, спасибо, то, что нужно. звонок. Эй, а как же я? Я эту одежду ношу уже 7 лет. Надоело. Пора бы освежить свой гардероб. Срочная доставка. Окей. О, спасибо. Действительно, срочная доставка. Да, что у них там с размерами? Это Элька. Так, что у нас тут есть? Не то, не то, нет, нет. О, да. Минуточку, что это за запах? Фу, это давно следовало постирать. Придется несколько раз простирнуть, чтобы избавиться от вони. Вау, как вам аттракцион вещи? Нравится? Как я и хотела. С одеждой вопрос решен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пора бы заняться прической. О, у меня же есть коробочка с резинками и заколками. Это не то, это тоже. О, странная штука. Пиу! О, класс! О, да! Привет, дружок. Какая крутая у тебя футболка. Тебе лучше этого не видеть. Начнем. О, да. Вау. Готово. Сюрприз. Теперь у тебя модный топ, а не футболка. Ну, спасибо. Это была моя любимая футболка. Пока. Стоп. Я точно что-то забыла. Ну что? А, да, точно, перчатки. Да, где коробочка с костюмом? Вот, да. Попробую примерить. О, не налазит. А ну-ка. Ой,
Точно. Зачем дуть ртом, когда есть фен? Ой-ой-ой-ой! Стой! О, вау! Получилось. Давай пять. Думаете, я сумасшедшая? Да? Он смотрит на меня. Привет. Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет. Это мой шанс. Вау, таких длинных рук я еще не видел. А что на другом конце руки? О, это ты. Привет, красотка.